тяжело, понимаешь, не хватает, чтобы хотел купить что такое покушать хорошее, не хватает. Живешь скромненько, ничего себе не покупая, потому что мы держим как бы еще корову, вот там у нас свиньи. А если вот так, то смешно. Не дай Боже, какой беды или чего. Это нет. Это если в магазин еще сходить, что мы там можем купить себе позволить? Я, например, не могу себе позволить там что-то дорогое. Вот так вот по мелочевке что-то смотришь, среднее, чтобы не совсем дешевое, потому что оно не такое некачественное, ну, чтобы такое. Раньше был сахар 90 копеек, теперь рубль с лишним сахаром. Вот отсюда и постное масло, оно ж мелочь постное масло. А, попробуй купить. Ну, мне это хватает, я получаю 3,5, и жилька 2 с лишним. Вот, то у нас, ну, будем, можно сказать, конечно, барахло, и барахло нам тоже не надо, одежда, потому что сколько нам той жизни осталось.